Приветствую вас, друзья и подписчики моего канала. Вы находитесь на канале Всеф Инвест. Это канал о недвижимости не только. И с вами Мария. Я приехала сегодня показать вам участки. Слушайте, нахожусь в таком красивом месте, не могу налюбоваться. Кругом домики, уютные, красивые, красивые дворики, чистый сверкающий снежок, тишина. И это всего лишь 10 километров от кольцевой автодороги по Колтушскому или Мурманскому шоссе. Знаете, где это? Это в моей любимой локации, в направлении Воейково, деревня Хязельки. Мы с вами сегодня здесь будем смотреть два обалденных участка ИЖС площадью 12,6 и один там участок чуток поменьше. Цена их в районе 5 миллионов. Цена за сотку примерно 390 тысяч. И вот в таком красивом месте вы можете построить себе дом, если его разглядите, оцените и быстро приедете на просмотр. Так, участки где? Участок находится вот тут, вот за моей спиной один и чуть-чуть подальше другой. Сейчас мы к ним спустимся и посмотрим. Так, ну что вам рассказать? Дорога сюда ведет хорошая асфальтовая. От перекрестка Колтуши Разметелево в Всеволожск. Здесь ехать буквально 5 минут. Так, вот тут вот участочек, но это как бы второй вход на него, второй въезд. Первый въезд центральной улицы. Улица называется Перспективная. Слышите, какое название? Перспективная улица. Участки у нас номером 7 и номер 10. Участки в собственности более 5 лет, поэтому там будет показана полная стоимость. Участки ИЖС. Господи, какая красота! Как я люблю свою работу, когда я езжу и снимаю видео. Вы не представляете, какое мне это доставляет удовольствие приехать в красивую локацию и снимать видео. Люблю находить красивые места и делать красивые съемки. Вот она у нас улица Перспективная. На самом деле мы спускаемся по ней с другой стороны, чем сюда есть въезд. Просто уж больно там был красивый пригорочек. Мне очень захотелось на него подняться и показать вид сверху и окружение. Какие здесь построены дома, какой здесь ландшафт, пейзаж, чтобы вы могли уже ощутить себя, как будто вы тоже здесь живете, чтобы вы могли влюбиться в это место. Так, с какого же нам участка начать? Стоим мы с вами на улице Перспективная, участки находятся друг напротив друга. Участок номер 7, площадью 12,6, цена его 4,900. Примерно 390 тысяч за сотку. Участок ровный. За участком находится парк Кирицкое поле. Собственно говоря, это парк Дубрава. Тут высажены дубы. Дубы, так скажем, вековые. Там можно прогуливаться. Можно даже, наверное, собирать грибы. Ну, короче, гулять, отдыхать. Это земли, которые принадлежат у нас лесфонду, и они не будут застроены. Представляете, какая удача построить дом на участке рядом с парком. И второй участок у нас площадью 13,3. Цена его 5 миллионов 300 тысяч. Нет, ну скажите, лепота. Не просто красота, а лепота. Участок тоже ровный, также со всех сторон он огорожен заборами. То есть здесь уже все на участках все уже давно построились, живут в красивых уютных домиках. Ну, сами видите, что здесь возвышенности, здесь почва у нас песок, потому что это у нас Колтушские высоты. Здесь грунт песчаный в основном. Здесь нет никакого намека на болото, на комарятник, еще на какую-нибудь ерунду. Здесь всегда будет хорошо и комфортно, красиво. К обоим участкам подведен центральный водопровод.
на участке заведен газ и подведено и выкуплено электричество в размере 15 киловатт. Вам остается сделать локальную канализацию. Ну, в общем, участки имеют все коммуникации, кроме канализации. Еще раз повторюсь, 15 киловатт на участке, электричество уже выкуплено и подведено. Вот такие вот замечательные предложения в красивейшем месте. До Коркинского озера здесь всего пару километров. Также пару километров до развилки Колтуши-Всеволожск-Разметелево. Ну и там вас дорога приведет к кольцевой автодороге. Вот, в Колтушах у нас ближайшая школа, садик, магазины. Также не составляет доехать труда до школ в районе Красногвардейском в направлении метро Ладожская или во Всеволожске. Проедемся с вами до Лесопарковой улицы, значит, отъезжаем мы с улицы Перспективная, выезжаем на Лесопарковую улицу, которая нас приведет на Воейковское шоссе и к перекрестку на Колтушское шоссе, по которому дальше путь до кольцевой автодороги или до Санкт-Петербурга. Вы пока посмотрите, какие здесь построены дома, как выглядит улица. Улица отсыпана щебнем, она все время подсыпается. За дорогами здесь следят. Но здесь такой народ живет, что они за всем следят как следует. Так что построить в этом месте дом. Будьте, как говорится, счастливы вместе с теми, кто уже здесь живет. Вот отсюда у нас направо Коркинское озеро, а налево выезд на Санкт-Петербург. Это у нас Лесопарковая улица. Ну, здесь вот получается где-то 1,5 километра до автобусной остановки. Вот этой вот дороги. Можно дойти до автобусной остановки, сесть на автобус и уехать в сторону Санкт-Петербурга по Колтушскому шоссе. Такие тут красивые места, но знаете, здесь хоть зимой ездить, хоть летом, все равно красиво. Кажется, листвы нет, птички не поют зимой так, как летом, но красота все равно сказочная. Здесь у нас знак Кирпулье, и мы выезжаем на Воейковское шоссе. Итак, мы с вами посмотрели два прекрасных участка статусом ИЖС по цене в районе 5 миллионов, по площади примерно 13 соток, по цене 390 тысяч за сотку, на которые подведены все коммуникации, то есть электричество 15 киловатт, газ и центральный водопровод. Вам остается там сделать локальный септик, построить дом и жить в красивом месте, в окружении красивой природы, красивых ландшафтов, близко от Коркинского озера, близко от города, близко от всех благ цивилизации. Ну и, собственно говоря, позвонить мне, записаться на просмотр, задать, может быть, какие-то возникшие вопросы. Мой телефон для связи 8-965-023-09-97. Звоните. Также, если вы хотите продать свой объект недвижимости и ускорить его продажи, звоните, приглашайте меня, я возьму ваш объект на продажу и сниму видео, что значительно ускорит его процесс продажи. Ну, а также, если у вас возникли вопросы по покупке какого-то другого объекта, также смело ко мне обращайтесь, я вам помогу, подскажу и, возможно, возьмусь за сопровождение по сделочке. Все, телефон для связи в описании к видео. Всех вас люблю, желаю добра и позитива. Пока!